субстанция на столе. Опа. Как на охотном ряду наживется. Да. Да, это я хаваю, а будь втыкает. Мама уходила от папы на алкаш. Блять, что-то я хуйню сделал какую-то. Дыхни туда, пока нас не было. Кусь. Кусь, хуюсь, блядь, а шось наделав нахуй? Раз, два, три. Ку! Вот, смотри, давай я тебя буду кормить. О, контент, пацаны. Опа. Нужно заказать. Кто-нибудь может открыть ей соус? Я не могу, у меня руки заняты. Только осторожно. Как без соуса? Нельзя без соуса? Опа. Давай погу. Ой, хорошо. Приятного аппетита. Только не будь волонтерами семейной пары и отличной семейной жизни. Чатик, здорово! Может, чат опрятный? Привет, чат у Кексогена, чмок вас в пизду. Шо, еще раз? Но они побежали, прыгнули и сели. Кто прыгали и сели? Что случилось? Да, это беда. Шо? Что беда? Шо? Дай на ушко сказать, ладно. Бля! Я говорила, не бля, она специально не смешно пошутила, чтобы я подумал, типа, что да, да, да. Как объяснить этому челу, что это нихуя не круто? Шо-шо? Не надо, не слушай. Это не косяк, это обычно говорят. Но все равно. Это табак. Это скручивает, это самокрутка. Ребята, он еблан. Я каждый раз, когда смотрю стримы Гексогена, я думаю, вот реально, я думаю. Что думаешь? Да хуй тебе, ничего не думаю. Короче, ребят, я вам советую, я вам искренне желаю просто сесть и подумать. Что подумать? Открывать. Я в том стриме. Не. Что подумать? Да ничего. А знаешь, они прыгали, короче. Они прыгали и потом сели. Я там камеру не знаю. Свой показал. В смысле стояк? Да, кстати. У тебя стояк, брат. Неа, не ври мне. Давай, давай. Я что, блядь? Плюс 8, братан. Твоя кица? Твоя? Да моя, и что? И что ты мне сделаешь? И что, блядь? Ты что попадаешь на камеру? И что? Ну, пацаны, опасно. Я все, я ухожу, братан. Не надо. Сейчас я спрошу разрешения у пожилых. Шучу. Алды. Вот, смотри, кайца, тут можно сесть. Ку! А вы чьи подписчики? А, вы просто мимо проходящие? Я думал, вы Валакаса пришли. Кого? Ну, это его фоточку сделать. О, тихо. Так, это... О, диви, это ж ти, как они? Бонга Кэм. И певица. Интервьюер. Нет, ты певица. Почему я певица? Потому что поешь прикольно, будешь певицей. Можно обняться, реально. А меня за жопу пощупали. Телефон пока у меня не появился, судя по опыту. Ты что, как насчет секса? Четвером? Да. После. После? Изи. Все. Договорились. Все, договорились, да. Идем.
Ку! Бля, ебать, ебать, на улице даже лучше. Шо? Шо? Шо, бля, нихуя! Шо? Шо? Весело вроде около 12. Ничего не ори. Ты меня, блядь. Чмо. Вот ну тупой, реально, тупой. Вот, ну, ты вот понимаешь, сказал, этот человек вот реально вот косячный, понимаешь, это же Пестров, кто его не знает вообще. Все в рот тянет постоянно. Нихуя себе. Вот это. Ты видел эти титьки, малой? Да. Охуеть вообще. Но они силиконовые, наверное. Эй ты, в розовой кофточке. Я бы тебя отсейвал во всю ночь. Бум-бум, точка, твоя попка не знает границ. Я когда увидел тебя на стриме у Гекса, я понял, что такое кончить невздрочно. Ты очень милая, но твоя попка лучше, точка, слышь ты. Дружочек, который пухляш, гоебаться. Пухляш? Ты? Или кто тут еще есть пухляш? Ты, наверное. Давай тверь. Гоебаться, короче. Да, да, я. Все, ох, ё-моё. Цветы, го фоткаться, все, готов. Меня сюда, на левую сторону. Давай на левую сторону. Давайте тверь. Вот это я понимаю. У тебя модная шляпа, у меня кепочка, видишь? Да, это не моя. Подожди, не уходи. Теперь селфи, да? Я морально не готова. Селфи хочешь? Ну, селфи, типа, чтобы мы... Или кого-то попросите. Вот пузырь стоит. Да сфоткай, не ссы, нормально. Ты же знаешь, как я всех называю. Ага, я тебя очень люблю. Серьезно? Да. Вилли? Я вот из-за нее тут. А? В смысле, она стримерша? Да ладно. Нихуя. То есть ты ее знаешь, а меня нет? Нет. Серьезно? Да. Ебать. А что ж ты смотришь? Ничего. В смысле ничего? Ее смотрю. Ее? Ты ее модератор? Ага. Ты меня смотришь? Ты модератор, да? Нет. Я никого из вас не знаю. Какой у тебя ник, скажи? Он не знает. Как? Флешка. Флешка? Кабели. А что кабель? Кабель? В смысле кабель? Или кабель? Кабель. Кабель. Кабель, скорее. Поправь кабель. А, поправь кабель. Сейчас поправлю. В смысле секс-машина? Ну, это слишком большая грудь. Бля, глаза это, тяжело это, оторвать. Это кажется. Кажется? Какой у тебя размер? Третий. Третий? Да ну, он же больше. Просто у меня грудь высокая, понял? Есть низкая посадка, у тебя есть высокая. Из-за этого кажется, что она такая огромная. Высокая. Ага. А соски прямо смотрят? Да. Да? А диаметр еще спроси. Да, диаметр рагулин, или как они называются? Роговиц, бля, не, как же это называется? Ореол, да. Какой? Нормальный. Ну какой примерно? Плюс-минус. Ну покажи на пальчике. А как у твоей девушки, скажи? Вот такие где-то, небольшие, у меня такие нравки. О, четко. Заебись. Ну короче, ты с Киева вообще? Я в Киеве живу. Ну все, изи. Все его, нормально. Все его, все доброе. Глаза красивые. Это Ширик Ниссе. Брыщ не снимай, эй! Она даже не голубоглазая. А это Ширик, он смотрит вверх. У меня тоже, ты такое понял, глаза смотрят. Но меня знают по пылесосу. Не слышали? Слава богу. Все, тогда не надо слышать вам. Реал лайв стрим. Бля, ну Михалин, я вду. Если что, ребят, кто не видел, ВКонтакте ищите. На Ютубе не найдете. ВКонтакте есть? Да, ВКонтакте есть. Прям в фул качестве. Эй, йоу! Стоим, ба! Здорово. Как дела? Здорово. Ой, да за тобой, ебать, целый поезд едет. Это не мое. Это твоя армия. Ребята, это Паша Дизель, Хёрстоун. Фоткайтесь с ним. Иди ты нахуй. На канале у Мурочки. У Мурочки? Да. Ты Мурочку смотришь? Я не смотрю уже давно, но Мухонька. Но дрочил? Нет. Не дрочил? А на кого дрочил? Ни на кого. Точно? Нет. Бля, ну хуй знает. Короче, ты понял, каким ты сейчас готов? Мухонька Дизельке поет, передай. Yeah.
Чедом Украины ни слава, ни воля. Чином братья молодії усміхнеться доля. Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запануєм і ми, браття, у своїй стороні. Є вопрос. Ну, едят растительное, да. Они только растительные. Скажи про пацанам ку. Я? Да. Я сейчас, блядь, если сейчас стоишь, ку. Хорошо. Ку! Все. Отъебись. Как ты себя чувствуешь? Так, у меня пицца. Где? Надо покушать тебе, да. Ну вы чмошники, вы что меня снимаете? В смысле? Что? Я так уебался вообще, люто. Пицца, ты что? Я тебя за руку вытаскивала везде. Это факт. Это факт. Это но факт. Я-то был трезвый. А сейчас я пьяный. Я пойду поползу. Давай. Адекватная мысль. Адекватная, да. Мне самое охуенное. Танцуют все наши, бум-бум-бум. Половин, механизм, бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. My baby просто чушка. Бум-бум-бум. Бум-бум-бум-бум. 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 Бум-бум-бум-бум-бум. Бум-бум-бум-бум. Бум-бум-бум-бум. Короче, помню однажды, я, что я делал однажды, что сделал, по секрету скажу, сохуй. Не, стоп, не сосал же. Или сосал, или не. Есть переводчик в чате? От души. Так вот, на чем мы остановились, собственно говоря. В жизни есть три пути. И, собственно, можно по ним идти. Если идти по первому пути, то можно... А что можно? Я знаю, я тоже. Срал в лесу, точно. Короче, срал я как-то в лесу, пацаны, ебать, за пиздец. Первый раз в жизни попробовал никотин, сигарету. Ебать. Короче, пацаны, ебать. Курил я, че срал, в лесу, а потом хуяндук. И вылазит он с его мазай, представляете? Ребекс, мазай. Хопа. Молодой человек, а вы когда-то срали в лесу? Что? Это не шутка. Да нет, трансляция. Короче, помню, я однажды срал в лесу. Помните? Че нет? Что? А? Что? Срали когда-то в лесу?
Было дело. Замечены были чи не? Ну, срали в лесу чи не? Ну, под шишки там срали чи не? Короче, помню, однажды я срал в лесу. Верните налево, а затем... Первый раз табакокурение принял. Историю. Ленин. Что? Ну, ничего. Сейчас расскажу. В общем, садишься на пенек. И начинаешь делать сейву. Понимаешь, в чем я? То что? Как жизнь вообще молодая, представляешь? Я бы не отказался бы подсрать на лицо этому сладенькому киргизу. Это наш друг, он в больнице лежит, он со скайпа с нами общается. Представляешь? В скайпе общается с нами, и вот, ну, он болеет по жизни, ну, нормально все, короче, он, ну, говорит, что ты его с тобой хотел бы. How much? А? Что? Отстань от работяги, засранец, где твоя совесть? Это не сильно там, а... Tell you? А? А? Тема Дьян Дюмана. Тема Дьян Дюмана. Шо? Слышите, да нормально. Да везешь нас, человек. Можешь привет передать своим братьям, сестрам. Все, все, привет. Все. Красавчик. Аргинчик, брат, ты мне понравился. Ты красавчик. По жизни терпел меня. Говорится, потейто терпел и нам велел. Правильно, Аргинчик, брат? Вот. Ладно, я пойду. Ты не против, брат? Нет. Все, отдыхай. Я на Бузова гипну. Живи, брат. Все хорошо. Пойдем. Да, идем. Все, я пошел. Все. Давай пятюню отбей. Хопа. Вот так. Чирик. Опа. Капа прайд. Скажи, капа прайд в чат. Капа прайд в чат. Арген. Капа прайд в чат. О, красавчик. Все, Арген. Я пошел. Опа-на. Кит, я по жизни дебильный, надо мне напоминать об этом. Да в тебе все в паспорте написано. Из-за этого у нас льготы, и мы путешествуем. Что? А вы что думали? Он что, расщехляет? У нас льготы. Какие льготы? Он дебил. По жизни так и я. Да, в него в паспорте написано, мы дуже, буквально там за 10% чисто символически. Что? Опа. Хуяндок. Ловлю. Держу. Стою. Опа. Короче, Кетя. Спасибо большое. И вам сладких снов. Яких снов, блядь? Сейчас будем ебаться на Бунга Кемс. Переведем стрим. И будем ебаться за токены Кетя. Я там знаю, короче, в пизде вибрируя. Вот это его стропон. У меня есть такой. Прикинь. Сейчас. Подскажите, пожалуйста, как выключить? Будь я просто через программу как будто выключает. Удалять или что делать? Да еще не надо удалять, я ничего не нарушал. Я ехал как пассажир. Так. Выкинуть вас в окно? -3200. Все, спать. Какая спать? Ты что, гулять? Едем дальше. Я не знаю, как выключить. Он Live You Solo как-то через программу выключает, ребят. Я типа... тебе сейчас расскажу по жизни, как выключать. Так, поставить на зарядку. А вы что, вырубаетесь? Там... Чего? Да, я на зарядку Кетя. Все поставлю. По жизни. Опа, чирик. Хуяндок, кувырок. Что говорят? Опа. Можно через Samsung или через вот этот телефон? Короче, наверное, женщина. Через этот телефон геочат читаю, правильно? Який чат, гео? Ты шо? Шо ты засуждаю? Шо ты так и кажешь? Какие гео чаты, блядь, вообще? Look around you. We'll be right back.